А сейчас рекламный блок. За последние 10 лет, благодаря финансовым отчислениям золотодобывающей компании, Фонд развития Сокольской области, было построено 32 школы и 11 детских садов. Подробности далее. Это старая школа села Ойтал. Ей более 60 лет. 6 лет назад, когда учиться в ней стало невозможно, рядом была отстроена новая школа на 350 мест со спортзалом и со всеми санитарно-гигиеническими условиями внутри учебного заведения. Возведена она была на средства Фонда развития Иссык-Кульской области, чей бюджет формируется за счет отчисления Кумтора. В спортзале установили душевую, туалет тоже внутри школы. Вопрос гигиены решили, провели в здании и воду. Есть своя столовая для учащихся, где работает 2 человека. В общем, созданы отличные условия. Когда нас фотографировали, нам сказали улыбочка. Молодец. Слушайте, там, как помогают, прилагательные. Горячее питание и теплые классы. Об этом еще мечтают во многих школах при Иссык-Куле. Ситуация выправляется благодаря финансовой поддержке компании «Кумтор». С 2010 года построены 32 школы, 24 спортзала, 11 детских садов. Уделяется внимание и сферам здравоохранения и культуры. Построили 1 больницу, 8 фельдшерско-акушерских пунктов, дом культуры и музей. Всего с начала разработки высокогорного месторождения компания «Кумтор» перевела на счета Фонда развития Иссык-Кульской области около 4,5 миллиардов сомов. Часть средств из этой суммы пошли на строительство и ремонт школьных и дошкольных учреждений. С 2010 по 2019 год «Кумтор Голд Компани» пополнила бюджет Фонда развития Иссык-Кульской области на 1 миллиард 277 миллионов сомов. За счет отчислений Кумтора было построено 32 средних школы на 6786 ученических мест и 11 дошкольных учреждений. На стадии завершения строительства находятся еще 5 школ и 5 детсадов. Одна из этих школ, которая в скором времени распахнет свои двери для учащихся, расположена в пригороде Каракола в селе Джаны-Ары. В нашей старой школе, где нет никаких условий, в 3 смены учатся 330 учеников. Еще 200 учащихся вынуждены ездить учиться в город Каракол. Даст Бог, когда эту школу построят, все дети смогут учиться в родном селе. Все школы, построенные в области на отчисление золотодобывающей компании «Кумтор», оснащены спортзалами, оборудованы теплыми полами и вмещают от 120 до 350 учеников. Всего же за последнее десятилетие на отчисление компании в Фонд развития Иссык-Кульской области в регионе было построено 72 объекта социального назначения.